городского округа Люберцы отметят 9 сентября. По традиции, главная сцена будет стоять на площади у здания администрации. Концертная программа там начнется в 13:00. В течение дня у Дворца спорта «Триумф» будет работать выставка-ярмарка торговых и промышленных предприятий. Свою продукцию покажут садоводы-любители. Обещают также вертолетное шоу, если позволит погода. Не остаются в стороне и парки округа. Центральный парк угостит гостей праздника каши, а Наташинский готовит большую развлекательную программу с участием знаменитых артистов. Жителей поселков тоже ждет много интересного. В Томилине устроят неоновое танцевальное шоу, в Краскове тематические квесты по достопримечательностям. Парад предприятий пройдет в Октябрьском, а в Малаховке выступят джазовые коллективы. Подробная программа праздника есть на сайте администрации городского округа Люберцы, lubrek.ru, в разделе «Анонсы».